Дэвенпорту, она очень талантливая, и она прекрасно использует все свои козыри. Вот это высказывание Дементьевой мне очень запомнилось, потому что, на мой взгляд, основная задача Дементьевой — не дать сыграть Линдсей в свою игру. Вот то, что мы сейчас с вами в этом розыгрыше видели. И опять в левый угол. Но какая блестящая! Вернее, Саша, я не знаю, но, конечно, это победа на турнирах Дэвенпорт по итогам года становится первой ракеткой мира. А вот тогда, в 98-м году, юная москвичка Лена Дементьева прошла квалификационный турнир. Представляете, Дэвенпорт тогда выиграла US Open, а Лена боролась за право попадания в основную сетку. Далее, в прошлом году... На открытом чемпионате Франции опять же в хорошей форме была Дементьева. По ходу турнира она выигрывает у Дэвенпорт 6-1, 6-3. Это уже очень серьезное преимущество на грунте Ролан-Гаррос. Отлично, Лена. Отлично. Для российского тенниса и первый финал турнира Большого шлема. Ой, какой прием классный. Ой, какой классный прием. Второй брейк делает Дементьева. Ну, а о самой большой проблеме Дементьевой я не хочу говорить, вы все прекрасно знаете. А Дэвенпорт попадает. Попадает с касанием мяча о кромку сеточки. Аут. Ну, Дементьева играет свой темп по центру мощными, сильными ударами. Здорово, Лена, здорово. Не испугалась, потому что замах ошибок. И 72% попадания у Лены первым мячом. Это здорово. А мяч в корте. И обманулась, что не просчитала и четко положила, как есть у Дэвенпорт такая вот тут черта характера. Нет, это здорово. Конечно, Дементьева ведет в последнем четвертьфинальном матче. Уже все полуфиналистки определились к этому моменту. Я сейчас напомню вам итоги коротенько. Вот. Вот, смотрите, полтора шага в сторону. Был момент, когда Дэвенпорт дал финальную пару. Ну, а мы продолжаем смотреть. Неплох прием Дэвенпорт. Насчет двойных это неплохо. А это вот нам дают Дэвенпорт. Я закончу с Дементьевой. Здорово, Лена, молодец. Нельзя, вот сейчас нужно доигрывать. Сейчас... Ни одного гейма на своей подаче пока не выиграла американская теннисистка. Блестяще. Ничего не скажешь. Еще один гейм на приеме, и Дементьева выигрывает первый сет со счетом... Ну вот давайте посмотрим статистику. 27 минут понадобилось Дементьевой. Просто ошеломляющий результат. Чуть-чуть в конце у нее подсел. В прошлом году она ничего здесь... значительного, как в свой рейтинг, не прибавила. Она в прошлом году в третьем круге проиграла. Дважды была в финалах турнира Большого шлема. В Австралии уступила Серене Вильямс, а на Уимблдоне уступила...
насколько смелей, насколько стараться вернуть рисунок игры. Это очень сложно. Вернуть тот безошибочный, мощный, наступательный теннис. Вот еще один. Нет, поздно, поздно. Два отскока было. А как? Молодец. Ох, как важно в психологическом плане вот этот розыгрыш выиграть. Ну, естественно, у тех, кто держит ракетку в правой руке. Нет, это Дэвенпорт пробьет, конечно. Но так прощупало чуть-чуть ответственности и... Как я почувствовал. И слабый прием Дементьевой. Вспомните, как Лена хорошо делала. Играла и забирала преимущество в первом сете на приеме подачи Дэвенпорта. Тогда это носило отложим у себя дважды и пошла к сетке. Опять прием по центру. Абсолютно, абсолютно беззубый прием. С такой силой... Опять подлево. Ну тут прострелило, да. Смазывает так, в общем, немножко плоско резаным каким-то ударом. Интересный удар. Интересный удар, а приема опять нет. Ну вот классная комбинация. Простенько, без каких-либо... Неправильно я сказал, побаивается того, что у Дэвенпорт все-таки справа удар. Ох, отлично. Это обманный удар с хафом. Плохо подходит к мячу, плохо. Лена плохо подошла к мячу и... А, может быть, ракетка полетит, струна полетит. 15-30. 22 невынужденные. Помните, было 5 по итогам первого сета. 5 или 6, я говорю. Боюсь. Отлично. Отлично. Сомнительный мяч. И опять к сетке рвется Дэвенпорт. Столько. Это не упустит. Дэвенпорт это не упустит. Вот что значит, не выиграла Дементьева. Не сыграла так. Один удар не сыграла так, как нужно. Чуть какую-то маленькую слабинку дала, и Дэвенпорт тут же перехватывает. Второй сет со счетом 6-3 выиграла Линдси Дэвенпорт. Первого сета 57%.
у Дементьевой 65. Это радует, это хороший рабочий момент. Вот. И опять к сетке идет. И опять беззубый. Давно она по самолюбию соперницы не играла, поэтому так активно и безнаказанно Дэвенпорт действует сначала на хавкорте. О, классный какой розыгрыш. Теперь уже 15-40 на подаче. Впервые в этой встрече зарегистрирован. Такого провала в подаче еще ни разу не было ни у той, ни у другой теннисистки. 30-40. И ровно. И даже слово «отлично». Это 5 с плюсом. Это 5 с плюсом. Вот. Никак не может обвести, никак не получается. Вот вторая подача, и Дэвенпорт спокоен. Неожиданно первый раз по ходу в этом гейме. Не бежит Дэвенпорт. Кепка мира в настоящий момент, к началу этого матча, к окончанию, если выиграет, останется, если проиграет, то уже теоретически достать, вернее, ее обойдет Шарапова. Дементьевой, по-моему, не подсела. Вот она, вся наглядная в пользу. И должны были сложиться в пользу Дементьевой. Ну, будем теперь уже что? Делать скидку на то, что игра идет уже более чем час. Три. Дементьева, ну что ж, с одним только промахом отдает гейм. Первый раз повезло. Первый раз. Как бы хорошо бы, да? Здорово, молодец. Приспосабливаются, конечно. Ай да Лена, ай да Лена. Ну, как ей повезло. Ух ты, смотрите, Лена. Такого вообще не было. Сначала, по ходу всей игры, чтобы 0-40, такого не было у кого-либо. 15-40 в редких случаях. А как легко, да? Как так? Мини-брейк делает Дементьева. Маму спрашивает, что вот здесь было. Ну, мы не видели, нам не показывают повтор. Дэвенпорт легко расправляется с ошибкой. Давай-ка. Опа. Эйс прорезался. Кстати, это второй раз. Такой легкий, стоячий на месте вариант. 5. Матч-гол. Дементьева, чтобы наконец-то вот простой, элементарный вариант, но очень эффективный против Дэвенпорта.
Ну, Лена дает. Так, это уже женский матч. Психология непредсказуемая, а сценарий тем более. 7-5 матчбол у Дементьевой. 7-6, простите, я сам уже весь в матчболе. Держать, держать, держать. Не обращаю внимания. Держать. Ну, вот тут везение. Вот он, элемент. Ну, слава богу, что все обошлось. Поздравляем. 8-6 в решающем сете на тайбрейке. Маленький счет тайбрейка. Обратили внимание, мяч пошел по какой-то замысловатой верхней траектории, но задел линию. И это на какую-то долю секунды выбило Дэвенпорт из суперконцентрированного внимания. Хотя, если оно было вообще к этому моменту.